На пограничный контрольный пропускной пункт Лачинно-Условной азербайджано-армянской границы доставлены сканеры Smith Detection. Томографическая система досмотра ручной клади Smith Detection производства США оборудована конвейером и позволяет проводить углубленный досмотр ручной клади и грузов при помощи технологии КТ, а также обнаруживать взрывчатые вещества. Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемый вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и адекватно установлению Армении в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, Государственная пограничная служба Азербайджана 23 апреля установила пограничный пункт пропуска на суверенных территориях страны на границе с Арменией в начале дороги Лачин-Ханкенди.